Лермонтова, 94. Подробности у продавцов-консультантов. Брентлар! Брентлар! Сыз койда! Безинде мега кемпта! Ауропадан кием хэм ояк кеймлэрэ. Кобатланма стиль биреде. Тюбэн кама Юнас Теорама 16А. ТРК Пассаж. Истрадығы ойық осы шылар үшін шәп трамплин. Отна сайын кит парадта еш башқарушыларының клиплары бәйеленіп, тиешілі басқышыларға орнаштырыла. Ешлік тауышы. Шимбе, кешке 8-де, Татпустыва каналында. Эфирда Татар радиосы «Регион». Масса көлем мәгілімет шарасын тіркеу шәріптемесі ЭЛ номер ТУ 16-016-99. Татарстан Республикасы бойынша ЛНТ. Мәгілімет технологиялар һәм масса көлем коммуникациялар өлкәсендә күзәтчелек бойынша федераль хезмәт идарәсе тарафыннан 2019 елның 26 декабрендә бирелгән. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк тыңлаучылар өчен каралган. Татар радиосы Чаллыдағы реклама бөлігі телефоны 920082. Черную икру. А может, это гречка? Гречка — это космонавт. Космонавт — это Гагарин. Гагарин — это муж Полины Гагариной. На крайняк отец. Ну что, что делать? Все, все подходит, выбрать надо. Итак, ваш ответ. Мы считаем, что это отец Полины Гагариной. Угу. А вас не смущает, что он в тарелке и гранулами? Нет. Мы сборная России по футболу, нас ничего не смущает. Итак, правильный ответ. Зная ваши способности, вы наверняка ответили, что это отец Полины Гагариной. Но это гречка. И счет становится 4-0 в пользу телезрителей.